Всем привет! Алексей Шредер на связи. Город Минск, точнее его окраина, парк Дрозды. Я сегодня здесь полдня прогулял в парке, обошел его вдоль поперек, поел пиццы с женой, да, согрешил, неожиданный читмил для себя самого. Ну вот зашел на прекрасные турнички, здесь никого нет. Очень здорово, я покажу, раз уж я такой турникмен большой, для всех. Два главных упражнения для развития всей верхней части спины. В принципе, можно, конечно, экспериментировать, делать кучу разных упражнений для души, для интереса, но вот два упражнения главных, и кроме них реально можно больше ничего не делать для развития спины в комплексе. Всех ромбовидных, широчайших, середины трапеции и так далее. А запомните в двух этих основных движениях, как работает спина. Первое движение – это подтягивание широким хватом. Я вам покажу сейчас. Спина обязана работать вот так. Вот. Вот так, как, знаете, как два колеса, они вот так вращаются. Это в одном упражнении. Вот это движение лучше всего подходит для развития широчайших мышц. То есть спина растет в ширину. И второе движение – это когда вы складываете спину назад, как книгу. Назовем это движение книгой. То есть назад складывание. И, собственно, исходя из такой вот теории, образуются два главных вида подтягиваний для развития спины. Первый вид – подтягивание широким хватом. Насколько широко брать? Берите так, чтобы вот в таком положении, при висе, ваша кисть была ровно над вашим локтем. Шире брать не надо, уже тоже не надо. Это будет идеальный хват для развития спины. Так, подтягиваемся. Здесь немножко для меня узковато, кстати, турник по ширине. Подтягиваться нужно следующим образом. Отвести затылок назад, смотрим в потолок. И ровненько локти отводим в стороны, подтягиваемся, пока подбородок не превысит турник. Вот так. Вот это идеальное подтягивание. В таком положении идеальная ротация происходит мышц лопаток, в общем, всего массива верхней части спины. И широчайшая хорошо развивается. Именно в такой идеальной технике. И вот здесь я сразу же расскажу о самой большой ошибке. Она встречается повсеместно. Почти все ее делают. Еще с малолетства я заметил, что все делают эту ошибку. Они куда-то гонятся, наверное. Они хотят показать, как много подтягиваются, но реально выполняют неправильное упражнение и теряют самый момент старта вращения лопаток. Когда мышцы спины наилучшим образом откликаются на нагрузку. Если вы хотите развивать спину на турнике, никогда так не делайте. Так делают почти все. Делают оп, вот это движение. Оп, и потом подтягивание. Смотрите. В этот момент, ну, допустим, я вот сейчас, когда вам подтягивался, чувство в лопатках вообще никакой работы. Вот полностью нет работы. Просто пык, и инерцией вы проскочили вращение лопаток. То есть спина у вас расти нифига не будет. Вы пропустили фазу, где работает в основном спина, а в частности больше всего широчайшие мышцы. Вы ее пропустили, и дальше в основном за счет рук вы подтянулись. Ну, немного спины, но в основном за счет рук. Запомните, именно в самом низу при старте вращения лопаток происходит лучшая работа широчайших мышц. Никогда не делайте вот это дергание. В конце дергание, конечно, тоже никуда не годится. Когда человек подтягивается, а в конце он делает вот так. Это тоже никуда не годится. Но инерция на старте — это намного хуже, чем инерция в конце. Для спины вообще не прокатит, спина не будет расти. Лучше подтягивайтесь по 3 повторения идеальных, глядя в небо. Локти в стороны, чисто с старта начинайте, без единого малейшего рывка. Лучше по 3 раза подтягивайтесь за подход на максимум, чем вы будете дерганиями подтягиваться, запрыгивать по 8 раз. Это почти никакого толку вам не даст. Я, кстати, считаю, что во всех играх, когда в лесенку, соревнованиях, когда в лесенку люди играют, на количество раз за один подход подтягиваются. Во всех должна быть только идеальная техника. Разным людям разные стили запрыгивания и дергания помогают по-разному. Некоторые вообще, обессилев, могут за счет рывков еще 10-15 раз подтянуться. Это ни в коем случае не должно считаться.
все должны, если речь идет о соревнованиях и о лесенках, о играх между собой, подтягиваться только идеально, и тогда будет справедливо. Я считаю так. Никогда не повторяйте эту дурацкую ошибку, если вы хотите развивать ваши мышцы. Запрыгивания, пожалуй, пригодятся только тогда, когда вы выживаете, все рушится, и там уже не важно, какая у вас техника, и вы забыли про развитие вашей спины, вам главное выжить. В том случае, пожалуйста, но ни в коем случае не в том, когда вы ради развития мышц спины и бицепсов приходите на турники. А смотрите, второе подтягивание, второй вид для ширины, то есть для толщины спины, когда складываются лопатки как книга. Вот здесь два варианта упражнения. Один на брусьях, а второй на турнике. Вот оно, второе упражнение. Берете внутренний хват средней ширины, на ширине плеч. Прогибаетесь далеко назад и подтягиваетесь до груди. Опять же, медленно, без всяких рывков. Грудью касаться не нужно. Вот здесь уже заканчивает работу спина. Я ее полностью сложил. Дальше работают чисто бицепсы, поэтому грудью прикасаться к турнику не нужно. Сложить полностью спину. Вот такой вид подтягивания для спины. И смотрите еще одно похожее упражнение. Оно чуть полегче и тоже классное. Для спины. В стиле книга. Вот он. Повисаете на брусьях. Ноги ставите вот сюда. Чуть повыше. Вот. Прогнуть грудь вверх. И делаете складывание лопатками. Оп. Оп. Основная работа происходит вверху, когда у вас мощно складываются лопатки. Это книга, это на толщину спины. Итак, вот они два главных упражнения. Ротация лопаток и складывание их назад книга. 2-3 подхода до отказа на турнике. 2-3 подхода до отказа здесь в весе, либо снова на турнике, но внутренним хватом за тренировку. Исключая все подходы подготовительные, они не считаются в рабочие, их может быть у каждого свое количество, но рабочих там 2-3 и тут 2-3 на максимум. Вот такая тренировка спины, никогда не повторяйте глупых ошибок, дерганий и выполняйте данное упражнение, и у вас будет неплохая развитая спина на турничках. А, еще, обязательно, если комар на пальце убил, обязательно используйте дополнительные отягощения, если вы подтягиваетесь в рабочих сетах отказных более 10 раз чистой техники, используйте рюкзаки, гири, пояса, цепи и так далее. Все, пока.